Чемпионат это Европы, я знаю, какие значимые соревнования. Это очень долго ждали. Я помню, как в 89 году чемпионат Советского Союза, по-моему, маленький, я когда видел, какой ажиотаж. Наша республика, она заслужила этот чемпионат Европы, потому что столько ребят, сколько чемпионов мира, олимпийских чемпионов у нас и любителей борьбы. Я уверен, что она пойдет на высочайшем уровне, и руководство республики, и болельщики, и все эти люди, которые сделают все возможное, чтобы этот чемпионат пошел на высочайшем уровне. Я призываю всех россиян, всех любителей борьбы, приезжайте к нам в гости. Конечно, для всех места не обещаю, но обещаю, что все это пройдет на высочайшем уровне. Ждем любителей борьбы на дагестанской гостеприимной земле.